Эй, Завала, угадай, кто поймал сигнал нашего маяка рядом с теми щуками. Падшие? Мы видели здесь только кабал. Красный легион наверняка укрепил оборону на случай атаки мобильными подразделениями. Послушай, щуки подождут. Сначала займись легионом. Ручаюсь, они не ждут, что на них нападет их собственная техника. Эти штуки не такие маневренные, как Спэрроу, но зато мощные. Продолжать натиск. Есть отличный шанс отправить легион в нокаут. Вот поэтому я никогда не стану боксировать с титанами. Вы такие страшные. Мне противно это признавать, но Завала прав. Сначала техника, потом щуки. Падших по-прежнему представляют угрозу. Прямо мои слова. Давай не будем превращать это в привычку. Посмотрим. И осторожней там. Эти щуки модифицированы с помощью древних технологий. От них всего можно ожидать. Yeah.
эти падшие будут знать, как с нами связываться. Не расслабляйся. Вожак банды где-то близко. Это ненадолго. Отмечаю возросшую интенсивность переговоров падших. Они здорово разозлились. Думаю, мы справимся со всем, что у них есть. В секторе появился ходок. Заслужили передышку. А еще эта победа наконец даст нам передышку. Отличная работа. Всем стражам у базы Кабал. В вашу сторону направляется кетч падших с эфиром.